такая большая балда. Смотрите, эта история придет сюда. Она супер тяжелая. Но она может интересно работать с моей графикой. Она очень широкая. Но оформляет супер весом. И вот тут перекликается по цвету круто. Это, думали, один вариант оформления. Бильчик сидит, считает умные штуки. А это лайт-версия. Вот такая по сравнению с картоном. По цвету почти родная история. Почти прям родная. А с Colossal вообще очень близко. Теплее, чем эти цвета. И очень такая небольшая. Все-таки, наверное, за широкую раму. В общем, мои картоны получают серьезную одежку. Лайк, подписка. Меня зовут Эдуард Кичикин.